У Рачацкім районе ушановали старшиню правления сельскохозяйственного вытворчага кооператива Рыгора Шпакова. Это один у Беларуси керовник господарки, который находится на этой посаде 50 годов. С юбиляром встретились наши корреспонденты. Аграгарадок Леваши Рачацкага района. Неофіційная история этого населенного пункта налічвае амаль 3000 годов. Во всяком разе, городище у центре сучасной вёскі было утворено еще у период раннего железного века. Хоть вядома, она не только такой старожитной истории. Пусть уже 50 годов мясовую господарку узначальвае один человек. Рыгор Шпаков – особа увогуле легендарная. Заслуженный работник сельской господарки, гоноровый громадянин Рачацкага района, кавалер орденов пашаны и працоўнага червоного стяга. У 2004-м разом с керовниками Саугаса комбината Зарая и СВК Губичи стал засновальником Гомельского областного агропромыслового союза. Сярод головных задач этой организации – содействие развитию сельскохозяйственной галины и оказание допомоги старшиням господарок. Я на сегодняшний день отработала 11 лет в хозяйстве. Да, конечно, работы много, время течет быстро, но 50 лет – это... Надо преклоняться перед такими людьми, ценить их, уважать. Своего старшиню працовники сельскохозяйственного вытворчага кооператива 50 год кастрычника витают стоячи. 1 красавіка 1969 года у 36-годовом узросте он принял господарку, якая лечилась проблемно и вывел яе у лидеры. Неодноразовый пераможцы республиканских споборництв, такими поспехами может похвалиться не кожное сельгаспредприемство. Понимают люди, что зарплату надо не получать, а зарплату надо зарабатывать. И понимают то, что задача правления и руководителя – создать такие условия, чтобы люди могли заработать. До назначения на посаду старшини правления Рыгор Шпаков працевал наместником директора сельской школы и головным инженером одной из господарок в области. Плюс 4 года служил моряком-подводником на Черноморском флоте. У Белорусском союзе военных моряков перекананы, именно с того часа у него застались якости, которые позволили ему стать соправдным керовником. Это непоколебимость, это мужество, это ответственность, это вера в светлое будущее, это человечность, это справедливость. То есть все лучшие качества, которые присущи человеку, я считаю, что они с соленой водой моря, они были им впитаны, и он их пронес через всю жизнь. Жить для того, как працевать. Для Рыгора Шпакова это принциповая позиция, с якой погаджается его немаленькая семья. Трое детей, 5 внуков и 2 правнуки. Подчас урочистости они признаются, независимо от узросту, при наявности проблем, за парады идут до батьки, деда и прадеда. Урочистый сход завершается, а жыццё протягивается. Об юбилее старшини у Левашах теперь будет нагадывать аллея 50 годов працоўной славы Рыгора Шпакова, закладенная у самом гоноровом месте агрогородка, былым поселище старожитных продков сучасных вязковцев. Олег Сентюров, Марина Джала, Евгений Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Рэчицкий район.